Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы сегодня сыграем с вами в одну интересную игру. Так как я решил пока что отойти от Portal, потому что Portal — это слишком большая вещь, объемная, ее нужно проходить долго-долго, тщательно и упорно, и без комментариев. И сегодня у нас будут комментарии. Кстати, вы практически все пропустили темный геймни, который был... по-моему, в воскресенье предыдущее или во вторник. Да, во вторник, скорее всего, вы пропустили, поэтому вы посмотрите его на записи, так как геймни вне эфира, походу. А сейчас вот я вам хочу показать очень интересную штуку. Я в темных геймнях, да, геймниумах, буду в большинстве случаев после Portal именно такие небольшие SVF-файлы, которые буквально за один-два эфира играются, и, собственно говоря, они обладают интересным сюжетом и всеми остальными замечательными штуками. Последним постом снять. Да. Это над каким? Над десятым. Ну, ты еще не видел одиннадцатый. Я уже одиннадцатый посмотрел. Сегодня у меня день палева. Поэтому 11 я посмотрел, там тоже интересно будет. И я тоже могу написать, да ты просто мастер этой игры, практически подо всеми. Итак, господа, Crystal Cat Free, который не хочет. Ну ладно, давайте так. Как лучше? Вот так, наверное, лучше. Если вам это известная игра, не знаю. Но, по крайней мере, это все игры моего, так сказать, детства. Но что-то с этим граничит еще, потому что впервые об этих играх я узнал не так давно. Теперь мне интересно, меня слышно нормально или убавить звук? Все-таки я убавлю чуть-чуть. В общем, что нам делать? Мы играем за такого кота башни. Не знаю, что это такое. Мы можем атаковать контуру, мы можем вот это бить, бегать, прыгать на кактусы и собирать бонусы. И в эту игру я еще, как и Слим, ни разу не выигрывал. Давайте попробуем, что в этот раз. Просто первый ради разминки. Так. Мы собираем вот эти зелененькие, прыгаем на кактусы. Ну, так для разминочки. И у нас всего есть 500 секунд на всю игру. Так, тихо. Нам не нужно попадать вот на эти большие кактусы. Ау. И у нас они снимают сразу пол этих. Crystal Cat Free. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нам нужно достать этот последний бонус. Бонус, все. Ай-яй-яй-яй. Мы уже посадили два звезды. Два сердечка — это плоховато. Так. Все спокойно. Нам нужно очень осторожно, потому что вот эти самые... как они называются? Уровни жизни, они восполняются очень тяжело. И они очень лимитированные. Все, забрали бонус и теперь валим отсюда. Так, до свидания. Так, мне пока Виктор зашел, по-моему. Так, Лас-Вегас уже в 150 милях отсюда. Вот так вот мы быстро продвигаемся. Сейчас нам надо не забыть. Оп. А, давайте мы вот так сделаем. Вот это мы мастера этой игры, конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зря мы это сделали. А это магазин.
с таким упоротым, замечательным продавцом. Меня он всегда вызывал какое-то предубеждение, но ничего. В дальнейшем нам очень понадобятся вот эти штуки. Ну, это нам не понадобится, мы можем украситься и пойти дальше. У нас больше ничего, нет что-то денег, нету. До свидания. О, а теперь собираем джекпот. О. О, как нам сегодня повезло все-таки в эти дела. О, мы 3000 заработали, халяв. Ой, нам нужно сейчас... господа. Ай-яй-яй. Так, спокойно надо. Фу, успели. Так, у нас остается 281 секунда. И остается всего 4 сердечка из всей жизни. Господа. А что это такое, я даже не знаю. Мы же просто мастера этой игры и этих всех остальных. Может быть, нам убраться? Не, дальше нельзя. Почему-то. Интересно, почему? О, тут еще одна локация. Мы за пчелку, мы должны собирать цветочки. Ай, цветочек. Я тебя соберу. Восполнили свою жизнь, мы теперь можем, не мешкая, уже переходить туда, куда нам нужно. Ладно, ну тебе тихо, этот Виктор. Вот здесь мы можем выбрать, что нам по душе. Но обязательно вот это выберем, рефил, и, ну, собственно говоря, нам нечего уже убирать. Потому что дальше нас ждет вот этот хвостатый товарищ. И это главный босс. И вот теперь нужно, да, ждать. Луксор, Сфинкс. О, успели. Фух. Ай. Ай-яй-яй. Мы успели. Да, скоро нам придется вот эту штуку использовать. До половины. Так, держимся. Держимся. Половина пройдена. Сорок процентов. Так, 30% у нас уже не хватает этих штук всяких. Придется теперь. Фух, ну это тяжело, конечно.
Это, конечно, легче, чем проявление каких-то последних боссов в свинской игре. Но это все равно тяжело. В свое время я ни разу не смог преодолеть финальный уровень. И у нас еще осталось 40 секунд. 37 секунд. Надо листануть. Тихо. Ай-я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 й. Конечно, рискнуть хорошо. Но походу мы сдохли. Да, мы сдохли, господа. Ну, это была бы такая проверочная, примерочная. А теперь попробуем сделать. Все-таки маловато жизни на финальную, всего лишь один. Надо восполненные два хотя бы иметь. И это будет неплохо. Еще и не терять время на финальных, там, где бить этих всех всяких фигень типа больших кактусов. Кстати, кактус действительно нельзя ничего с ним сделать. По-быстрому мы все сделали. И вот то, что мне требовалось. Рефил. До свидания. Вот теперь можно спокойно походить. Спокойно выбрать то, что вам в джекпоте. О, у нас неплохо упадает пока что. А там ничего нет, нет. Побежали. Ой, сейчас будет ромб. Ладно, пофиг. Ай-яй-яй-яй-яй. Успели. Вот жалко, что мы на рефил сейчас не напасем. Нет, 2400. Поэтому нам надо сейчас собирать эти звездочки, или что, как они называются. Триста. Так, 356 секунд сейчас у нас осталось. Поехали. Фух, успели. Рефил есть. Нам главное этот рефил сейчас не испортить чем-нибудь. Типа этого. Шо ж у меня две виктории-то? Ну что, и теперь мы можем спокойно выбрать себе все, что нужно. Мне кажется, лучше всего будет двойной набор. Олегыча. И оденем шкуру и поехали вперед. У нас остается не так много времени, поэтому начнем. Так, успели. Теперь у нас времени хотя бы достаточно для того, чтобы спокойно
против этого Луксора выступать, хватит ли нам оружия, вот в чем проблема. Их раз нам достаточно более... Половинка. процентов 228 секунд. Так, треть. Все, мы используем по максимуму все, что мы можем. Пять процентов, наверное, даже осталось. Ну все, держись. Да. И вот я не знаю, может, мы прошли всю игру или нет. Или нет же. Господа, мы прошли. Это было весело. И все-таки в какой-то миг я ее прошел. Это и есть Castle Cut 3. Нет, Mouse of Day я не собираюсь заходить. Поэтому просто порадуемся, что в отличие от Сиди, мы прошли нашу игру, чем недоступно. Окей. Вот так вот идет. Ну, как вам? Собственно говоря, всем тем, кто здесь видел, смотрел, оцените вообще, как это. Она, а я вам пока еще. Весело, да, она веселая, и она очень плохо проходится. А что еще интереснее и веселее, я вам сейчас еще кое-что покажу, потому что Stealth Hunter я вначале хочу запись на YouTube залить, потом после того, как вы посмотрите, продолжим. Называется она... Называется эта замечательная вещь Crazy Pool 2. Сейчас я, наверное, даже растяну все дело. Ой, фу. Не будем векторами растягивать 4 на 3, оставим так. А, ну можно и так сделать. Да, по-моему, самый то. Это Crazy Pool 2. Так называемая. Замечательная штучка. Это такой небольшой аналог... Ну, как сказать? Небольшой, да, действительно, небольшой аналог бильярда. Но с весьма интересным правилом, со взрывами. И чтобы победить, вам нужно столкнуть шары одинаковых цветов. Ну, впрочем, сейчас сами видите второй. Так, у нас здесь есть еще и вот эти вот так называемые буфера. Без которых мы будем просто мастерами этой игры. Когда я в свое время, я пивал рекорды когда-то, когда был в 9-м что-то классе, когда сидел над этим Crazy Pool. Я бивал рекорды, и хорошие рекорды, а сейчас мы вряд ли что побьем с вами. Вот, у нас мы вроде как все шарики побили, но у нас еще осталась вот эта замечательная штучка, из-за которой мы просрем удары. Удары здесь считаются так, что вычитаются удары, умноженные на 10. Поэтому мы уже 120 очков из своих 148 потеряли, а потеряем, скорее всего, еще и 140. Да. Эту игру не так давно проходил, вы можете увидеть те рекорды. Мы надеемся, что побьем с вами немало рекордов, потому что все 30 я, как вы видите, не смог пройти, а прошел только 19. Возможно, у нас сегодня получится что-то подобное. Так. Ждем, когда клюнет наживка. Так.
материал. Ох уж эти вентиляторы. Вам не жарко там в своих домах, надеюсь? Вот. За 7 ударов. Посмотрим, побили ли мы чей-то рекорд. Нет, рекордов мы не побили. Лучшие 4 удара. Лучшее время 2 минуты 6. И лучший счет 104. Окей, поехали дальше. Ох. А что я люблю Crazy Pool, это то, что у них отлично все с геометрией. Геометрию разработчики знают на 5. Ну, короче, тоже Виктор своего рода. Приходится учитывать здесь много геометрии, шаров, и может быть в этот раз мы получим рекорд. Нет, рекорда так и не последовало. Где-то здесь было, кстати, 228 очков, я даже тогда скринить хотел, но не получилось. Здесь есть плюс, к которому притягиваются, и минус, к которым оттягиваются, так скажем. Так, нам нужно собрать обязательно все эти красненькие штучки. Надеюсь, это нам удастся. Так, и... Да, удалось. 8 ударов. Должно быть, в этот раз должен быть рекорд. Видите, он складывается в финальный результат из того, что заработали, и стайм-бонус. Да, это и есть. Мы как лучшее время, так и лучшие удары, так и, собственно, бест-скор тоже побили. Отлично. Здесь вот эти автоматы работают как перекрашиватели. То есть как в салоне. Хотите шарик другого цвета, мы вас всех перекрасим. Поэтому надо заранее думать, что, куда и откуда. Мне же, например, не нужно две розы, мне нужно две синих. Мы сразу берем, перекрашиваем любой цвет, который вам нужен. Любой клиент за ваш каприз, ага. Так, и осталось вот этот розовый, как у Киркорова на кофте. Поехали. Плохо то, что сам стол он на 16:9 не располагается, то есть надо в бок перетягивать его. Но, как мы видим, рекордом мы не побили. О, это типа ночной режим загадочного дома. Весело смотреть, что тут происходит. Но я лично не вырубаюсь, что тут произошло. Давайте думать. О. Раз. Два. Так, что тут? Три. И синий, где у нас синий. Я тебя потерял. Стоп, а где синий? Вот он. 205 за неплохое время. Ну, здесь мы побили рекорд только в лучших ударах. Ну, хорошо. О, тут у нас, кстати, есть дополнительный бонус, если мы все быстро делаем. О, 2.19. Это время рекордное. Но это как в портале. Можно время, можно удары подтянуть, а можно финальный результат, который складывается из многих величин. В том числе и за бонусы, за бонусы в анусы. Оп! Два удара, 2.22. Напомню, я это с одного удара проходил, да, но зато время бонусное. Это шикарно. Вот, самая жесть начинается, когда тут они все начинают между собой толкаться, пыжиться. Но и в итоге мы преодолели. По-моему, вот 10-й левел я легче не становится. Здесь действительно как в портале, все быстро, легко. Вот, пожалуйста, 609, 2 удара, 2.13. Рекорд получен. Нам еще нужно для общего рекорда прохождения левелов, нам нужно, ну, еще до 20-го дожить, собственно говоря.
Это вообще вырвиглазно, так называемый. Вообще не пойми, что куда двигаться, кому что надо. Так, у нас остались зелененькие. Ну-кась. 2. Все. 2.06. И 160. Перфекто. Это самый отвратительный уровень из всех. На нем в свое время я застрял основательно. Потому что здесь лучше не делать никаких рекордов. Просто немножечко так. Потому что здесь образуется какая-то фигня. Во, все, пошло. Ладно, хоть успей. И начинается стукать в буфера. Успокойтесь, все. И мне нужно вот на ту локацию перейти. Тихо. Ладно, давайте запустим его. Может, они друг другу все-таки поколотят. Поэтому вот эти уровни с буферами, свин не рекомендуют. Потому что у нас еще и время лимитировано, сами понимаете. И проконтролировать их практически нереально. Это все называется по типу курсачу получен. Вроде все понятно, но проконтролировать очень сложно то, что происходит. Сейчас будет вообще ювелирка. Да, она удалась. И у нас 54 секунды, чтобы загнать вот этого товарища. Мне пофиг, сколько очков я получу. Да, главное пройти этот уровень. Он настолько веселый, что на нем больше нуля не заработаешь. Что мы, собственно, сейчас и заработали. А лучше рекорд за 11 и за минуту 18 до конца. Так, что у нас тут еще есть? Вот это есть. Вот, видите, что они все друг к другу приклеились. Так, этот сюда приклеился. Синий туда, да? Да. Розовый сюда куда-то. Потом голубой сюда. И красный вот тут. Ну и все, осталось все. Прибрали. И 13-й темный уровень прошли. Темный гейминг и темного уровня. Кстати, всех могу уведомить, что в скором времени темный гейминг будет не от меня, а от Венириума. Если так, срок. Но это, скорее всего, ближе к лету. Так что даже летом вы будете смотреть наш канал. Я надеюсь. Мы оформили рекорд, переходим к 14 уровню. Да, и теперь главное... успеть вот эти все штучки. Что за игра? Crazy Pool 2, как и написано, вот этих вот замечательных штучках боковых. Все, успею. Вот это ювелирно. Неплохо. Снимаем здесь 100 очков и 76. Это, по-моему, рекорд. Да, это рекорд. Я помню, потому что такую ювелирность я еще себе не видел. Ну, а теперь начинаем веселье разморозка. Раз, два. Три. Ну. Корову гнул. И. Да что ж такое? Да я ж просто мастер этой игры. Ну, в принципе, хотя да. Я действительно мастер этой игры.
430, но, по-моему, рекорда в финал скоре не будет. 292. Нет, рекорда не будет. И до коварного уровня остается всего 5. Они дальше все, пардон, сраннее и сраннее. Так, успели ли мы подобрать все вот эти штучки? Надеюсь, что да. Да, успели. И теперь просто и легко дальше проходим. И вновь у нас срань со взрывами. Теперь уже на этот раз. Так, уже все рассосались. Перманентно. Что за бзика? Так, но. Все. На 9 удара 1.54. 284. И это не является рекордом, но нам наша задача продвинуться больше 20 уровня. Ведь мы этого мы этого достойны. Пишется в одной рекламе. Так. Нам нужно вот эти все висюльки, петюльки, вот эти все обязательно, пока все эти шарики на местах. Так, здесь сделали. Нужно действовать, не жалеть ударов, но при этом действовать четко. Будто от этого зависит дальнейшая судьба нашего канала, нашего телеканала НТК. Так, кто тут? Он вибрирует. Виктор. Виктор застрял. А Виктор у нас белый, короче. Сегодня Виктор у нас за белых играет. Так, у нас... Ой-ой-ой-ой-ой, как же не вовремя. Так. Так, одну сделали. Теперь осталось вот это. Все, успели. Ничего мы не получим за это дело. Ну и ладно. Хотя новый рекорд был сделан. Интересно. Посмотрим. Следующий, 19-й, я прошел на 1.33. Посмотрим, что нам принесет это. Теперь просто тупо ждать, походу. Когда они там все выбесятся друг у друга. О, обожаю просто. Вот это поварит. Все гораздо быстрее, чем я думал. Ну ладно, 156. И, ну, за 5 ударов, хорошо. И 156, это новый рекорд. А теперь добро пожаловать на в свое время непреодолимый. Да, вот это я сделал. Теперь осталось вот эту штучку и соединить вот эти две. Так, успели. Так, еще одну давайте. Нужно еще одну. Так, вот одну сделали. Макнули ее головой кое-куда. Так, вот, все. Теперь мы готовы, собственно говоря, к экшену.
Зачем столько буферов, а? Зачем? Кому они нужны? Ё-моё. Ну! Да, мы прошли 20-й уровень. Я надеюсь на вот это... Да, пожар. 9 с финальным. 9, и мы уже проходим в неизведанное. 21-й по 30-й уровень. Ох, ё-моё. Все, это была полоса препятствий такая. И мы ее прошли. Причем вы нет. Так, а теперь вот у нас дикое и интересное предприятие. Да, в такой, пожалуй, я еще не видывал уровень. Что там делать, спросите вы? Снимать штаны и бегать, отвечу я. Так. Так, успел. Так. У нас не больше минуты, чтобы все их... Да, конечно. С 22-10 как раз мы, наверное, и закончим. Ой. О, все. Успели, разморозили хотя бы часть. И теперь нам надо как-то их столкнуть вместе. Раз. Ну, 47 секунд остается. Здесь заморозок нет никаких. Ну. Да! 27 секунд. За ты... Фиг знает сколько ударов, но мы это провели. До 44. Следующий уровень. Ой, нет. Это как... Это ж... Это какой садист это придумал? Раз. Так, теперь надо собирать вот эти. Окей. Надо будет, соберем. Партия сказала надо, а Горшков ответил есть. Так. Осталось еще две. Так, и теперь финалочка. Вы пока расскажите, кого выбрал рандом Тимура Камала. Кто был на резонансе? Ну, как мне к вам протиснуть? Во, все. Минута 0.8, 20 ударов. Многовато, но сойдет. Зато мы в 24 уровне. Ёперный театр. Что это за дерьмо? Что это за дерьмо? Спрошу я вас. Это обычное дерьмо, ответите вы. И будете правы.
Слушай, я хз вообще, что делать тут? Так. Что у нас тут остается? Кто тут так крутится? Как? А ты будешь в 10 билет гадить по сайту? Да, буду. Потому что к этому времени сайт, я надеюсь, будет. Так, вот, все, собрали еще. Господи, а Нишин, что ли? Понятно. Так, у нас еще что осталось? Так. Господин Панов, я, да, я, это моя профессия. Это делать. Да, безусловно. Так, у нас осталась вот одна вот эта. Два шайку. Один тут, а другой где? Вот здесь. Так, и у нас осталось вот буквально. Пару шагов до. Так. Двадцать две секунды. Спокойно, спокойно, господа. Ай, мы не успели. Поздравляем, господа. Ну, сейчас нас никуда не приведет, потому что это замечательная штука. Что не делает. Ну, вообще, вот какие здесь есть уровни, которые мы проходили. 5, 6, 7, 8, 10. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 прошли, 21, 22, 23, 24, 25, 26 нас ожидал вот это срань. Господи, 27, батюшки мои, 28 и 29 мы можем только разблокировать, на, если мы выйдем и выиграем. Ну круто. Господа, ну на этот раз, фух, Crazy Poem закончили. Так, кто? Открывать. Ну, а что открывать-то? Следующий уровень открывать? Господа. Это, конечно, можно. Окей, давайте посмотрим, что же нам принесет это. В данный момент я не смотрю, какие, как вы можете заметить. Так, у нас еще это остается. Так, у нас там тихо. Это остается. Веселый Звадонай. А так. Так, и у нас остается что? Правильно. Это будет сейчас как свин. Вова, будь здорова. Так. Вот мы прошли вот этот уровень. Ну, 29-30 это когда мы до них, и когда мы хотя бы 28 дойдем здесь. Вот через эту срань теперь.
Ну, от этих избавились. Теперь, как это сделать? Кто подскажет, да? Блин, это вообще полный пипец. Или нет? Так, у нас осталось одна. Просто ждем, думаем, где он остановится, потому что нам нужна вот эта вот штучка. Это вообще сейчас останется, я тогда просто поподробнее просто посмотрю, потихонечку толкну там. Все. Не так и сложно получилось. Лондон, да, пацан, вообще. Download this game, интересно. Ну, так она уже скачана, смысла нет. Ну, с Crazy Palm 2 мы тоже разобрались, как вы видите, прошли аж до 25-26 уровня, прошли там дальше, неплохо. Ну, а если что, если что, мы можем пройти их чуть позже. Сейчас я предлагаю еще интересную штучку. Давным-давно, конечно, я сделал, опять же, по мотивам можно, как Свин обычно делает. Эта штучка называется Wolf. Да, фиг с вашим Майнкрафтом. Господи. Эта штучка называется Wolf. Вот она такая замечательная штучка. Мы можем дать звук за 3, за 4, допустим. Вот, сделаем как Свин в свое время. Например, Player 1 будет пешка. Player 2. Олегович. Да-да-да, это и есть реклама тех самых чипсов. Player 3, допустим, Свин. Player 4, Виктор. О, дайте. А, желтую точку поставить, да, Свину фиолетовую, Виктору красную. Вот так вот, это по-моему, зашибись. Все 18, я думаю, за это время мы всех и успеем. Поехали. О, мой тюрн. Сейчас получается просто рандом. Я не знаю, как что выполняется, я уже не помню. Но нам нужен, да. Нет, Соника ежика я сюда не вбивал, если что. У нас тут такая замечательная турнирная таблица есть, куда все вбивается. Посмотрим, кто будет впереди. Ну, допустим, вот. Ай-яй-яй-яй-яй. О! Олегович, ты какой. Красавчик. А Свин за ним повторяет. А вот повторюша, тетя Хрюша, не получилось. Поэтому у него... своя тактика. А у Виктора викторовская тактика. Которая не принесла в самом начале плодов. Поэтому у него тоже два. Перемещаемся на вторую луку. О, тут какая штучка. Ну давайте посмотрим. Я делать нечего, сделаю так. О! Совсем первым. Олегович... думаю, тоже поступит так, потому что так достаточно интересно поступать. О, у него даже еще лучше получилось. Свин.
А свин, как всегда, свинячит. Хорошо. А Виктор увидел следующую тактику и решил воспользоваться по-своему. Главное, чтобы на новую игру сейчас не нажать. А то вот здесь вот находится новая игра, и мы, соответственно, там проходим. Так, Кеша думает, и Кеша знает ответ. Как это пройти? Ну? А вот и не знает. Попал в пещеру. Зафейлился. 6, 2, 3, 4. У кого меньше, тот и победил, собственно говоря. Лебедь посмотрел на это все. Подумал и решил воспользоваться вот этой тактикой, да. А почему бы и нет? 4. Поэтому свину нужно с одного удара, чтобы встать во главе с Олеговичем. И свин. И свину это почти удается. И у него тоже два удара. А Виктор решил пойти на пролом. Что тоже принесло ему 2 балла. 6-4-5-6. Пока что после 3 лун. 4-я лунка очень коварная. Тут есть движущиеся материалы. Поэтому Кеша решил не мудрствовать лукаво. Делать вот так, и правильно он делает. Трин. Олегович. Все правильно понял. Делает то же самое. И правильно сделал. Свин такой думает, а давай-ка я об вот эту крутящуюся штуку. И сделал по-свински. То есть своим путем. Никому не обращаю внимания. И... получил свои 2 очка. А Виктор решил действительно в эту движущуюся штуку. И зафейлился. И после этого он понял, что нужно правильно делать. Но это его уже не спасло. Потому что 4 удара это 4 удара. 5-я луночка. О, ну неплохо. Баллы это претендентство на какие-то места. Ильич тоже что-то хочет сказать. И это у него почти выходит. Но тоже 2 балла, отлично. Свин. У свина родилась свинская тактика. А что если будет, если вот так делать? Да ничего интересного не будет, все так же, то же самое. А Виктор увидел свинскую тактику. Ой, а что если я действительно сделаю вот так? И сделал. Ядрить он Виктор. Что делает Кешас, он сам не знает, и опять с одного удара. Ну, молодец, чё? Олегович, надо повторить этот рекорд, и он его спокойно повторяет. Как вровень-то идут. Свин. Какая свинская тактика. И со своей свинской тактикой, как всегда, попадает в он пар. И Виктор говорит, что можно делать вот так. При том, что попадаешь в песчаный бархан, и это он умалчивает. Кеша подумал и решил действовать вот как-то так. А чё? Можно. Причём с Бёрди. Прекрасный выбор.
Олегович решил схитрить и схитрить почти что по-свински. И... Но все равно пришел к такому же результату. Карта долж собирается. Ловит свин и закатывает в лунку. А Виктор решил пойти на пролом. И скатиться оттуда. В итоге его отставание от всех становится все больше и больше. Бывает и такое. Смотрим восьмую луночку. И после девятой мы все-таки подпишем окончательные итоги, потому что еще 9 проходить смысла нет. Кеша решает сделать по-интересному. О! Он делает настольный теннис. У вас есть сериал? Мы не Вольтстат Валтович ТВ. У нас сериалов нет. Если что. Ну и это бить. Добиваем. Да, успели. Олеговичу надо воспользоваться тем, что его соперник потерял бдительность. И сам теряет бдительность. Зашибись. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп. Успели. Вот. Но и разница между Олеговичем и Кешей стремительно сокращается. Но здесь у нас есть еще и свин, который хочет все-таки с первого удара положить. Или хотя бы с двух. Что делает свин? Что это, блин, такое? И в итоге свин куда отправляется у нас? Нет, это место неприличное. Куда вы хотите его послать? Да, но он туда идет. В итоге это место иногда было в видео, которое сегодня прислали. Даниил Анишин прислал. В итоге свин растеряет свое преимущество, и сейчас выиграет Виктор. Ну, почти что выиграет. И вы знаете, Виктор все-таки сократил свое отставание от свина. И сейчас в девятой лунке все решится. Что делает Кеша? Кеша делает... С первого раза все, что можно, делает. И Олегович теперь... Решит, наверное... Вот и нет. Не удалось. Только два удара. Свин решил поставить свою свинскую тактику, но не дотягивает. А когда бьет, еще и промахивается. Ну что уж он такой сякой. И Виктор теперь делает вот так. И ему всего одного удара не хватило до ничего и со свином. Печалька. И в итоге после 9 минут у нас ничья 16-16. И свины с Виктором по 21 и 22, господа. Вот так вот. Ну что ж, на сегодня, я думаю, все, хватит. Тем более все виснет у кого-то там. Поэтому с вами был темно-светло SVF Gaming. Встретимся как-нибудь снова. Не скучайте.
Thank you.